Что, давайте знакомиться, да, кто меня не знает, меня зовут Светлана Макарова, я психолог, живу и практикую на Камчатке. Сегодня моя тема – это любовь и привязанность как ресурс в отношениях с собой и с клиентом. Кому-то знакомы вообще эти четыре типа привязанности? Кто-нибудь знает, да? О, слушайте, какая у нас продвинутая публика, да? Очарованный, да? О, я прям попала, да, куда надо. Отлично. Ролем дистанции может как-то, в общем, себя успокоить. Если человек к нему поворачивается, он убегает. К нему адаптироваться и лучше понять людей, даже не столько там, да, ну, партнеров, хотя это тоже, это самое, наверное, важное, да, в партнерских отношениях, и понять еще тип нашего клиента. Потому что вторая часть моего выступления будет о теории множественной привязанности и влияние уже на нашу клиентскую работу, как он может влиять. Надежная база – это когда фигура привязанности, да, мы способны отпускать клиента и верить в него. И даже у человека с тяжелым детством или у человека в текущих тяжелых ситуациях есть все равно вот этот опыт позитивной какой-то привязанности. Ищите его, пожалуйста. И расширяем возможности. Кстати, как вы думаете, самораскрытие – это куда? Наше самораскрытие? Сюда или сюда?